Джулс переехала в пригород после развода родителей. Она не особо рассказывала. Но дети почти никогда не живут с отцами, значит, точно что-то случилось. Шире. Вот так. Хорошо. Однажды Джулс рассказала, что в детстве, когда ей было лет 5, каждый вечер... Она запиралась в ванной, вставала на колени и молилась Богу. Ты кто же ты? Я в чужие дела не лезу. Мне не нужны неприятности. Неправда. Все, кто так выглядит, лезут в чужие дела. Эй, тихо, спокуха! Решил лезть ко мне? Положи нож. Слушай, я пошутил. Ты на меня руку поднял? Нет, нет, нет. Ты понятия не имеешь. Психичка! Я неуязвима, урод! Куда поедешь? Домой. Наверное. Можно с тобой? Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Мне не всегда доступна роскошь встречаться на людях. Узнают, что я... Но это не значит, что нужно бежать к этому парню в какую-то глушь на берегу озера. Поняла? Я думала, ты за меня порадуешься. Да пошла ты. Пойми, я просто хочу, чтобы ты не пострадала. Чтобы с тобой ничего не случилось. Я не сержусь. Потому что ты лучшее, что есть в моей жизни. И я так боюсь, что с тобой что-то случится. Я понимаю. Я люблю тебя. Извини, я пойду. Блин.